Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне нужен совет, пишет аноним. Я учусь во втором курсе на медика. Такая проблема, мне не повезло с одногруппницами. То дружат со мной, то за спиной как бы опускают. Плюс называют крысой, учусь хорошо. Два староста, что делать, нет желания учиться. Не очень понятно, что вы написали насчет два староста, но тем не менее. Смотрите, значит, о чем хочется вам сказать. Во-первых, психологи не дают советов. Это вот первый такой, как мне кажется, важный момент. Не дают психологи советов. Поэтому говорить сейчас о том, чтобы вам, значит, ну, какие-то советы давать, да, вот, ну, на мой взгляд, не совсем, как мне кажется, корректно в данном случае. Вот. Потому что, ну, это было бы просто вот по отношению к вам это было бы не совсем честно, вот. По отношению к вам это было бы не совсем корректно, на мой взгляд. Психологи не дают советов, и, соответственно, мы можем сказать, что то, что вы, допустим, описываете чисто, по крайней мере, внешне, больше похоже на то, что вы как бы отличаетесь, то есть отличается то, какая вы, когда вы про себя думаете сами, вот. Ну, как бы вот, когда вы думаете сами о себе, вот, это отличается от того, когда люди думают про вас. То есть то, что вы думаете сами о себе, отличается от того, что люди думают про вас. Вот. И, на мой взгляд, это и является самой такой вот, ну, неприятной для вас ситуацией, вот, потому что вам кажется, что к вам относятся, ну, несправедливо. То есть вам кажется, что вы ведете себя одним образом, да, ну, определенным, а вас как бы вот, ну, к вам отношение совсем другое в этом смысле. И как бы происходит то, что я бы назвал диссоциацией, то есть вот когда я думаю о себе, там, грубо говоря, одно, а на самом деле, ну, на самом деле другое немного получается. Вот это первое,
на что, ну, первое, на что вот желательно обратить вам ваше внимание. Следующее, на что, на мой взгляд, нужно обратить вам свое внимание, это на то, как вы общаетесь. То есть, понимают ли люди то, что вы, ну, гипотетически, например, им говорите. То есть, понимают ли люди то, что вы пытаетесь им сказать. Дело в том, что многие, вот, ну, многие, прямо многие конфликты возникают именно из-за того, что человек, ну вот, в этом смысле просто воспринимается не так, как он думает. Вот. Поэтому на этот момент тоже как-то хотелось бы обратить вам ваше внимание, да? Вот. Потому что, на мой взгляд, это достаточно важный элемент, как бы, вот, и игнорировать его нежелательно от слова совсем, вот, и, соответственно, учитывать его необходимо. Дальше. А как вас это вздевает? То есть, вот о чем конкретно, да, вы говорите, подразумевая, что вас опускал. То есть, если вы, ну, конкретно говорите о некоторых, ну, допустим, да, слухах, то есть, если вы имеете в виду именно вот, если вы имеете в виду именно слухи о себе, вот, то здесь очень важный момент, на мой взгляд, заключается конкретно в том, как вы на эти слухи реагируете. То есть, если вы реагируете на слухи, да, вот, ну, на то, что о вас говорят, к примеру, если вы реагируете болезненно, и если вас это задевает, вот, если вы, там, грубо говоря, сами бы хотели бы выглядеть, ну, как-то вот, ну, как-то, не знаю, по-другому, допустим, да, вот, а у вас, вот, что называется, ну, не получается выглядеть по-другому, вы выглядите вот, ну, вот, так как выглядите, и вас это, как раз, вот, ну, достаточно сильно задевает, например, ну, вот, то это одно, или могут быть, там, грубо говоря, ну, какие-то еще аспекты, вот, о которых, ну, конечно, мы сейчас не знаем, да, то есть вот, могут быть какие-то нюансы другие еще, ну, помимо
Поэтому тоже очень важно то, как вы реагируете на слухи, что они для вас вот, вообще ну, означают, скажем так. Вот какое значение для вас они имеют? Вот большое, маленькое там, соответственно, и так далее. Вот. На это тоже нужно обратить внимание ваше. Понимаете, да? Какая здесь история? Вот. Пожалуй, такой ответ я бы мог вам сейчас предоставить именно с позиции психологии, именно с позиции вот ну именно с позиции психотерапии вот, прямо сейчас то что мог бы вам сказать. Конечно, в любом случае решать вам, то есть, ну, хотите ли вы как-то вот с этим работать, да, хотите ли вы как-то это менять, потому что, ну, советом, то, что вот вы описываете, да, советами здесь ничего не решается. То есть советы не помогут. Не советы нужны. А именно вот, так скажем, исследование вашей ситуации, да, исследование вот в целом того, что происходит, ну вот, ну между вами, например, и там, соответственно девушками, вот. Чаще всего, я бы сказал, что проблема заключается в наличии некоторых чувств, то есть, грубо говоря, либо людям просто, там, допустим, скучно, и они как-то вот, значит, ну, развлекаются просто, то есть, ну, вас опускают, делают вас ну, предметом, как бы, обсуждению, не случайно, да, то есть, это значит, что если им, грубо говоря, интересны вы, да, вот, то значит, что, ну, что, что больше ничего не интересно. Вот. То есть это вот нужно, ну, вот этот момент, да, его нужно, ну, понимать. Вот. Что если вот меня обсуждают, да, значит, ну, я интересна, а сами себе-то люди вот как-то вот, ну, не особо интересны. То есть сами по себе люди не интересны друг другу. То есть они не интересны себе и не интересны, вероятно, друг другу. И вот пустоту, да, пытаются, значит, вот заполнить как раз именно ну, тем, что внимание переключается на
Либо есть, какой-то пусковой механизм того, что люди предпочитают говорить о вас. То есть, смотрите, вас называют крысой. Ну, не просто так. То есть, вас не просто так называют крысой. То есть, почему-то вас стали называть крысой. Вот. А ну, крысой называют людей, которые, скажем так, говорят не то, что думают, не то, что думают. Вот. Это в первую очередь значит, людей, которые говорят не то, что думают, это в первую очередь. А во вторую очередь это людей, которые вот, ну, ну вот в какой-то степени, скажем так, могут везде, по мнению людей, опять же, вот, искать свою выгоду. Выгоды-то ничего плохого нет. Как бы, ну, безусловно, что ничего плохого нет в том, что у вас есть там стремление к своей выгоде. Это нормально. Вот. Другой вопрос просто, как вы это делаете? Вот на эти вещи все я бы рекомендовал вам обратить внимание. На этом, я думаю, можно ну, закончить мой ответ. Буду вам очень благодарен за обратную связь по нему, по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, она вам обязательно пригодится. Всего доброго.